Вот покидаем солнечную Москву с ее плюсовыми погодами. Едем. Угадайте, куда? Правильно, в Воркуту. Поехали! Полустанок северный, колесики тук-тук-тук-тук. Поезд снова тронулся, не прошло и двух минут. Позади останется река, поплывут в окошке облака. Бабушки с лопушками, клюквами, морожками, 800 какая-то верста. Ту-ту-ту, поезд мой идет на Воркуту. Далеко родимая земля, сколько лет не видел я тебя. Ту-ту-ту, из Москвы я еду в Воркуту. Сердце холоднее, чем земля, знаю, отогреешь ты меня. Освещи миллион вообще, полное купе. Благо нас сейчас на платформе Олег встречает. Вот, сейчас мы все это выгрузим. Надеюсь, он нам поможет. И мы на его машине доедем до нашей какой-то первой ночевки. Ну, мы в Иркуте. У нас такая редкость похожа. Не надо его рвать, оно надорвано. Почти ничего не привезли. Мы зашли в Пятерочку в Иркуте. Сейчас посмотрим, какие тут ценники, что продается. Бандуэль 254 рубля. Ну так. Так. Ну что мы здесь можем посмотреть? Сейчас мы посмотрим, сколько здесь стоит. Капуста 41 рубль стоит. Так, картошка 27, как и в Москве, даже дешевле. Вот. Картофель ранний есть 79 рублей. Вот. Помидорки неплохо стоят. 539 рублей. Так. А, вот даже вот карта. Так. Ну, огурцы 194 нормально. Да. Сгущенка 174, 485. Вы что, дурили? Саш, берем? Ты же любишь сгущенку. Я люблю, конечно, сгущенку. Я пошляю. А он за 50? А, 50, да, кстати. Без молока. Так. А ценники на яйца многострадальные 149 рублей, 154. Первая категория. Обратите внимание на ценник. Слушай, а тут и вообще такие цены на пиво странные. Я такого вообще нигде не видел. Ну, хорошо, нам что-то тут плохо будет. 27, посмотрите, золотая булочка. Мы находимся в Иркуте, на всякий случай, ребят. За полярным кругом. Да. А у них нет этих пиколки? Мы в шоке от цен. Сюда можно ехать за пивом. Отовариваться. А вон еще ценник 35 рублей. Ой, смотри, этот 35 рублей. Что случилось? Олег, мы к вам переезжаем. Они все столько стоят. Это что случилось? Не знаю, вон еще 35 балтика. 24 балтика стоят. Подожди, я в каком году сейчас? Я не знаю. Олег, можете подвинуться дальше? Что за... Нет, я что-то это не... Олег, вы могли бы сказать дату, где мы находимся, и вообще это сегодня какое число? Да, здесь сегодня 28 марта, 24. Я сам что-то в шоке. А, на всякий случай, вот козел у нас стоит 65 по акции, 70 рублей можно купить, это московские цены. Здесь 39 рублей, правда здесь нету, но все равно. Эфес 29 рублей, туборг 32 рубля. 32 рубля туборг.
думаю, мы сейчас тогда давайте мы. Я тоже буду барная, на всякий случай 35 рублей. Туборг 35 рублей. Здесь просто рай для алкоголика. Вот такая вот она Воркута. Мы на площади Мира. Центр города. Здесь холодно. Здесь закат какой красивый. Там розовый, здесь голубенький. Пойдем гулять по улице Ленина. Пойдем. В каждом городе есть улица Ленина. В каждом уважающем себя городе. А чем посыпают здесь дороги, Саша? Углем. Потому что здесь нет реагентов и песка, а зато есть угольное производство. Они раз угольком просыпали, никакой соли, у всех чистые ботинки. Ну, немножко серый снег в пределах города. О, вот, кстати, у меня есть кольцо. Вот он, остатки у вас угля. Да, да. Вот да. Это контраст снимал, чтобы было видно белую часть, да, и серую. Ага. И машины здесь очень чистые ездят. Да. Саша, а что это такое оранжевое? Где? Вот, на доме. Не знаю, то ли старый краска, то ли утеплитель. Не вижу. А так вот живут воркутинцы. Слушай, как водичка. Вот это вот старый город. Это вот шахта. Воркута, которая первая. Может, я неправильно называю ее. Как называется шахта? Воркутинская, вот. А это вот первое поселение. И кругом никого. Белые тут, что ли, да? Гуляем по ночной Воркуте. Воркутим? Воркутим. Слушай, правда, все эти деревья белым покрылись чем? Ага. Поныне, каким-то изморозом. Хотя, что мороз, все двадцатка. Сейчас только, знаешь, что это, ну поверни все. Сейчас не хватает только у меня в руках мороженого, так. Не, реально, смотри, как они там все в этих вот в беленьком снежку каком-то выне. Ага. Не знаю. Дубак. Дубак. А мы такие идем гуляем. Ой, поздние отсветы ночи вновь цветут синевой небеса. Просыпается город рабочий, открывает большие глаза. Стынет в северном холоде тундра, здесь зима тяжела и строга. Я шагаю сквозь ветер и утро по твоим площадям Воркута. Моя солнце.
солнце горит.